Футбольная команда Октябрьского района – серебряные призеры городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом» среди мальчиков 9-11 лет. Тренер Юрий Хаустов рассказывает, его команда первый раз вышла с районного этапа на городской уровень. Благодаря сыгранности и желанию ребят. В прошлом году чуть-чуть расклеились, поэтому и проиграли. А сейчас, видите, они готовы порвать все. В этот раз юные футболисты обыграли команду из Советского района с разгромным счетом 5-0, но в финале уступили ребятам из Железнодорожного. Не на каждом районе, как скажем, можно найти 5 футболистов, которые будут отдавать точную передачу. Абсолютно каждый ошибается на поле, это нормально. Самое главное их просто потом проверить и понять, что ты сделаешь не так, и в следующий раз не допустить этого. В рамках турнира в городе и области появляется все больше площадок для проведения матчей. Кроме того, в турнире «Лето с футбольным мячом» принимают участие команды и из пришкольных и оздоровительных лагерей. Также проходят 4 конкурса – рисунков, фристайла, эссе и фотоконкурс лучшего болельщика. За 16 лет «Лето с футбольным мячом» стало для многих семей вообще семейным праздником. То есть кто-то выросли, мальчишки, девчонки, а теперь своих детей приводят и становятся игроками. Для участников турнира прошел мастер-класс от ветеранов спорта. Ребятам показали финты, удар по воротам и правильную работу с мячом. Это та площадка, на которой появляется очень много мальчишек и девчонок, которые в дальнейшем, я надеюсь, будут заниматься футболом и полюбят футбол на всю жизнь. В завершении турнира состоялась церемония награждения. Состязались вместе за звание лучших. Приятно, что у нас здесь не только мальчишки, но и девчонки, красавицы, футболистки. Поэтому мы гордимся каждым из вас. Победителями турнира среди мальчиков 9-11 лет стала команда Железнодорожного района, среди девочек – Октябрьского. А в возрастной категории 12-14 лет победу одержала команда мальчиков также из Железнодорожного района, а среди девочек – из Кировского. Теперь их ждут игры на зональном этапе турнира. Лучшие команды областных соревнований примут участие в профильной смене центра для одаренных детей и представят регион на всероссийском уровне. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.